приветствую тебя на канале, меня зовут Яна, и добро пожаловать в Horse Riding Tales. Итак, сегодня мы будем приручать эпическую лошадь, наконец-таки она ко мне пришла уже, причем второй раз. Первый раз я ее упустила, так как мне не хватало для ее ловли шаров, не было этих сфер, но так как их выдают в сундуках, поэтому я их уже там насобирала определенное количество, и мне их будет достаточно для приручения вот этой замечательной красавицы. Итак, 3 шара нам нужно будет, у меня их уже 11, давайте потратим и приручим. Стоило, то есть конюшня будет стоить очень дорого, 13 тысяч золота. Не знаю, как я сейчас это все буду зарабатывать, но у меня будет 24 часа на это. Поэтому будем вместе с вами стараться участвовать, возможно, в скачках буду. Но, скорее всего, я буду, наверное, приручать лошадей и отпускать, так быстрее всего можно будет заработать. Это самое золото. Так, и у нас будет социальный квест через 4 минуты. Я тоже в нем поучаствую, так как там можно заработать 300 золота. Ну и вообще этот социальный квест, он интересный. И я недавно узнала, что для участия в социальном квесте можно было бы покупать эти самые ресурсы, которые мы бегом собираем. Я еще была, помните, удивлена, как можно было собрать 400, допустим, корзинок, да, или там 400 грибов по квестам, там что еще, коробки дают. Вот, их можно купить за кристаллы. Зачем это делается, я не знаю. Смысл вообще этого квеста теряется полностью. Просто получается, покупаешь эти корзинки и все. А участники больше 100 собрать не могут за такое время, за такой короткий промежуток. Но я очень торопилась, я очень сильно старалась. Я собирала 75, по-моему, или 76 максимум. Вот. А, ну здесь нужно немножечко притормозить, так как для участия в этих скачках нужно будет золото, и причем такое немалое количество, там 1000 с чем-то, 1200, по-моему, уже у меня требуется за участие в этих скачках золото. Поэтому сейчас мы будем копить сначала на конюшню, а потом уже продолжим прохождение вот этого основного квеста. Итак, время пошло, будем собирать грибы. Ну окей, давайте попробуем. Кого возьмем? Давайте вот эту лошадку серую в яблоках, она мне очень нравится. Я ее не ловила, я ее получила в сундуках. За просмотр рекламы в сундуках дают время от времени лошадей вместе с конюшней, между прочим, да, которых потом можно будет задорого продать. Но ее я сейчас пока продавать не буду, но я думаю, что в будущем все-таки придется будет продать обычных лошадей, так как они мне не нужны, в скачках они не участвуют, и ездить я на них навряд ли буду, но хотя там есть красивые лошадки. Вот, но эту лошадь я оставлю, она мне нравится чисто внешне, а полуза я тоже оставлю, но с остальными посмотрим. На Араби я сейчас участвую в скачках, в гонках, то есть, в скачках, в гонках, там, в конкуре, где только можно участвовать, я его прокачиваю. Так, там вот я не знаю, о, да божечки, кошечки, с этими грибами замучаешься. Посмотрим, сколько я сейчас смогу насобирать грибов, а куда их сбрасывать-то, я что-то не посмотрела сразу. Но еще пока рано сбрасывать, нужно будет найти хотя бы штук 20 и сбросить. А потом посмотрим. Награду здесь я максимум получаю 300 золота и несколько яблок, 30 что ли яблок, я уже не помню точно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько вы собираете ресурсов. Может быть, я такая медленная, может, лошадь такая моя медленная, может, нужно кого-то побыстрее брать. Вот. Ну, удачу я, кстати, не поймала за просмотр рекламы, там какую-то еще удачу дают. Так, еще грибочек. А, вон там, по-моему, их нужно сбрасывать. Да, вот здесь. Давайте сбросим, посмотрим, что нам дадут. Будет ли у нас награда или нет. Так. А, ну пока что еще не дали ничего. Ну хорошо. Поехали дальше собирать. Итак, я, по-моему, сбросила. Ну тут еще немножечко осталось времени. Сбросила уже последние грибы. Не знаю, успею ли я еще насобирать. Не стала я снимать весь процесс квеста, так как он довольно-таки долгий, около 10 минут длится. А, ну вот, ивент закончился. Один грибочек не донесла. Ну, посмотрим сейчас. Вот видите, 300 я золота насобирала и 30 яблок я получила. 73 всего лишь грибочка насобирала, а кто-то 581 гриб. Ну вот как так за 10 минут можно собрать 581 гриб? Или я что-то недопонимаю, или они действительно их покупают. А смысл в чем? Зачем покупать эти грибы? Тоже я недопонимаю. Ну ладно. Идем дальше. Зарабатывайте золото. Трудиться мы будем очень много сегодня. За эту лошадку, я думаю, дадут 500, не меньше.
Сейчас как раз посмотрим. Так, ой, пугливая, надо осторожнее. Хочется побыстрее все сделать, конечно же. Но когда торопишься... Ой, ну вот, 600 она с лишним стоит, круто. Вы посмотрите, кого я только что нашла. Это же араб эпический. Как хорошо, что мне хватает сфер. Я, конечно же... Ой, так всего лишь одну сферу он просит. Еще один араб в моей коллекции. Его, наверное, буду прокачивать, потому что он безумно красивый. Мне он нравится. Даже больше, чем та голубая лошадка. Вау, какая красота. 4400 он стоит. Отправляю его сейчас пока на пастбище. Буду теперь... копить еще в два раза больше золота, мне нужно будет накопить 26 тысяч. Но, скорее всего, я, знаете, что я буду продавать лошадей своих обычных с конюшней. Они стоят недешево вместе с конюшней, вот. Окей, побежали смотреть конюшни, которые можем продать. Так, ну вот эти две обычные точно продаю. Давайте посмотрим, сколько мы за них сможем выручить. 2135 конюшня с обычной лошадью. Продаю. Дальше. Так, 2000 ровно. Окей, в принципе, ладно, была не была, продаю. Хотя, знаете, так жалко, так не хочется, но придется. Иначе у меня просто времени не будет. Я не могу играть в игру круглые сутки напролет. Так, одну конюшню мы уже сможем построить, и на вторую нужно будет накопить. Сейчас я навряд ли, наверное, буду кого-то продавать. Я буду просто сейчас активно приручать лошадей и очень надеюсь, что мне будут попадаться редкие лошади. Хотя, в принципе, я могу продать айс. Да, я продала айс, и мне осталось накопить 4000 золота. Чуть больше получилось. Запланировано, это даже хорошо. Я смогу еще поучаствовать в скачках. Так, пока строятся конюшни. Строятся они, конечно, достаточно много. Долгое количество времени, около часа. Да, час они строятся. Поэтому можно будет чем-то позаниматься. Например, выполнить ежедневный квест сейчас вместе с вами полностью. Поучаствовать в гонке на 3 звезды, это не проблема. Помыть лошадей, поймать 7 лошадей и собрать 300 деревом ресурсы. Очень легкие, очень простые задания. Мы сейчас вместе с вами их выполним в течение этого видео. Думаю, что это будет мотивацией для вас, чтобы вы тоже зашли в игру и выполняли эти квесты. За ежедневные вот эти вот квесты, задания дают сундук. Если мы выполним полностью все задания, дадут классный сундук. Иногда в этих сундуках выпадают жемчужины. Очень редко, не в каждом, конечно же, сундуке, но выпадают. У меня за все время выпало около 6 жемчужин. Не знаю, может быть, у меня их сейчас больше, я не обращала на это внимания. Но 6 точно есть. И вот так вот потихонечку, помаленечку мы с вами накопим на пэта какого-нибудь. Кизару у меня уже счастливый. К сожалению, я не смогу его ни помыть, ни что-то там поменять. А у нас еще одна лошадка. Ну, давайте в обычном стойле возьмем. То есть в общественном. В общественной конюшне, по-моему. Эта лошадка доступна для всех. Так, не жалко мне для нее ни подков, ни сена, наверное, подковы использую. Хотя подковы дороже, чем сено стоит, но ладно. Так, ну все, окей, эту часть квеста мы выполнили, это задание, то есть в квесте. Дальше у нас что идет? Поймать 7 лошадей и собрать 300... Ой, 300 дерева, конечно, будет сложно собрать, потому что у меня сейчас реклама не работает. Если бы работала реклама, то достаточно было два раза ее просмотреть для того, чтобы можно было собрать 300 дерева. Так, первая лошадка есть у нас. Отлично. Главное, чтобы сфер и ресурсов хватило. Так, еще одна лошадка. Так, давайте. Ой, нет. Я же сферы хотела. Сферы, у меня же сферы закончились. Подождите-ка, давайте их сделаем, чтобы 20 на запас, да, чтобы наверняка. Так, это ой, она 3 требует. Ну, она, в принципе, дороже должна стоить, по идее. Около 500, если 3 сферы затребовала. Ну, давай, быстрее. Не будь такой пугливой, а. Да, поспешишь, людей насмешишь. Ну, потихонечку подходим. Ну,
какая сложная лошадка для приручения оказалась. 500 она стоит монет. Ой, не монета, а золото, классно. Так, еще одна. Отлично. Так, потихонечку. На скачку уже почти накопили. Там, в принципе, можно использовать любую скачку. Без разницы какую, не обязательно там самую новую. Так, давайте потратим, наверное, ресурсы. То мало ли, вдруг сейчас какая-нибудь супер эпическая лошадь придет. Ой, не эпическая, а редкая, да? Которая потребует 4 там или больше шаров. Так, следующее. Закидываем шарами, поехали. А, ну с этой уже попроще. Она не такая пугливая, как предыдущая, не такая сложная, но на 200 зато стоит золото всего. Ох, не могу налюбоваться на своего араба, очень красивый, ну очень так. Сколько у меня осталось, я со счету сбилась. Еще 3 лошади, да, нужно приручить. Эх, ну ладно, давайте пойдем, наверное, собирать. А что он меня туда-то отправляет, если ближайший вот здесь? Как бы, или тот ближайший, по его мнению. Давайте здесь сначала пособираем. Бонус умножить на 3. Трехкратный бонус у меня не рабочий. Реклама у меня не грузится, хотя Wi-Fi подключен, интернет подключен, но это, видимо, перезаходить в игру надо. А я сейчас веду съемку, перезаходить пока что не планирую. Сколько мы насобирали? 56, да? Ага. Угу. 6 раз придется мне сходить. Собирать. Ну, это опять-таки несложно. Сделаем это. Главное, чтобы дерево никуда не пропало. И мне не пришлось его искать, бегать по всей карте, по всей локации. А скажите, пожалуйста, интересно ли вам будет видео поездки на остров одного из игроков? Здесь можно сходить в гости. Вау, конечно же, тебя, моя хорошая. Серая в яблоках. А, ты будешь очень дорого стоить, я знаю. 2200 как минимум. Угу. 200. Чуть меньше, чем я ожидала, но все равно классно. Ну и тебя тоже поймаем. А, я ездила на один из островов. Нет, я, по-моему, посмотрела 2 или 3 острова. Обманываю я вас, не на один я ездила. Мне очень понравилось. А если вы хотите такой обзор сделать вместе со мной... Ну, я думаю, что вы тоже там побывали в гостях у этих игроков. Свой остров я сейчас пока что построить не могу, так как мне вообще не хватает ресурсов. Здесь их нужно копить или донатить в игру. Донатить я не собираюсь, конечно же, в эту игру вообще. Поэтому с моим островом собственным пока повременим. Пересядем на серую в яблоках, уж больно она мне нравится. Красивая лошадка. С удовольствием я буду на ней кататься, давайте прокатимся. Все-таки это игра про лошадей, а я за все время практически, ну, очень мало ездила, если, конечно же, не считаю, что я собирала грибочки. И все. Так, а куда у нас дерево-то все пропало? Здесь вот эти вот подвисания и лаги, конечно, очень напрягают тоже, опять-таки. Когда я участвую в скачках, не вовремя подлагивает игра, и получается вместо 3 звезд я прохожу на 1 или на 2 звезды. Такое часто бывает. Хотя в таких скачках, вот в заданиях, которые даются в книге, да, заданий, очень легко участвовать, очень легко заработать 3 звезды. Главное, чтобы ваша лошадь была счастлива, и все, в принципе-то. Но нет, игра мне не дает забрать 3 звезды и хорошую награду. Так, нашла я наконец-таки дерево. И мне еще одно нужно будет найти, да? Угу. Ну, сейчас глянем, сколько нам не хватает. Так, скоро, вы обратили внимание, что в скором будущем у меня откроется еще одна арена, там, или как она называется? Еще одна область, где можно будет получить уже, скорее всего, фантастическую лошадь. Ну, не знаю, на каком уровне это все открывается. Так. Дальше смотрим. Угу. О, мне еще достаточно много нужно будет пособирать. Эх, придется побегать, поискать. Вот, нашла. Отлично. Еще сейчас немножко пособираем. По чуть-чуть. Ну, время пока идет на строительстве конюшен. Нужно же ведь как-то его проводить, это время. Так, ну и здесь...
Здесь я уже больше не вижу, да, нигде. Может быть, к питомцам сбегать? Там еще я дерево не собирала. Там, по-моему, было что-то такое подобное. Или я не знаю, или здесь еще раз просмотреть. Не вижу, не вижу ничего такого. Ну хорошо, давайте сбегаем к питомцам. О, вы посмотрите, какой араб. Да уж. Здесь, конечно же, лошади такие прям яркие. Очень яркие. Так, вот нашла я пятая, предпоследняя. И нужно будет еще поискать. Так, все отлично. Так, что у нас с лошадьми? Так, здесь по заданиям сейчас проверим. Лошадей, в принципе, достаточно, я уже насобирала. Осталось еще одно дерево найти. К питомцам решила сбегать, посмотрите на питомцев. И как раз нашла последнее. Потом уже поучаствуем в скачках. И все, и задания будут выполнены. И как раз уже к этому времени, может быть, постройка будет завершена. Я поставлю на паузу видео и уже вернусь к вам по завершению построек. Построек конюшни. Так, ну все, поехали на скачки. Кстати, у меня араб-то, надеюсь, счастливый. По-моему, он должен быть счастливым. Так, ну вот видите, да, на две звезды я здесь прошла. Но мы подешевле скачку какую-нибудь найдем. Вот, например, вот эту за 900 золота. Так, ну все, поехали. Сейчас вы посмотрите, какие у меня возникают проблемы. Так. Здесь пока что все нормально идет. Ну, конечно, тьфу-тьфу-тьфу, дай бог, я пройду все гладко. Без проблем. Вот, ну вот, видели, да, сейчас? Вот это вот про... Это не на видео, это в игре. Вот так. Провисание идет игры. И я уже не вижу, куда я нажимаю. Но мы сейчас лишились как минимум двух звезд. Вот из-за по этой причине. Поэтому на три звезды мы пройти не сможем. И вот такая история постоянно у меня. Это из-за эмулятора или, может быть, на мобильных устройствах такая же история идет. Тоже пишите об этом в комментариях. Но на мобильное устройство я пока что прогресс перенести не могу, поэтому приходится играть все время на эмуляторе. Так, 10 и последняя у нас тоже идет короткая. А, средняя, да? Ну все, отлично. Посмотрим. Да, одну звезду мы всего лишь получим. Эх, жалко. Ну, окей, окей, давайте попробуем еще раз. Попробуем еще раз. А, слушайте, так у меня засчиталось. Ага, ну, я рада. Прикольно, давайте открываем сундук. Голд, золото, яблоки, опалы, хлопок, железо, сталь, лес и еще что-то. Ага, мне дали две эпические сферы и один билетик. Ну, я этому очень рада. Итак, та-дам, постройка конюшен закончена, и пришло время заселять моих красавиц. Наверное, начнем с голубой красавицы. Я ее назову Blue Star, синяя звезда, я уже так решила. Да, наверное, начнем с нее, так как я ее первую приручила. Так, все, заселили, да? Угу, заселили. И вторую давайте тоже заселим сразу. Отлично. Вторую я назову в честь певицы Pink. Pink, ей была такая певица в начале еще 2000-х. Может, кто знает, кто не знает, но она, по-моему, еще до сих пор выступает, но была популярна в начале 2000-х. Перешла я на английский язык, тут немножечко вы видели этот процесс. Так, Blue Star. Угу. Может быть, наверное, сейчас попробуем ее оседлать и посмотреть, да, как это все будет выглядеть. Так, а, мне нужно будет надеть на нее, подождите, сначала, наверное, седло, да. Окей, давайте седло какое-нибудь, может быть, красное. Угу. Ну, у меня доступные седла на 11 уровне, конечно же, не очень такие красивые, ну, ладно. И такую вот уздечку к седлу. Ой, ну она классно выглядит, конечно, очень красивая лошадка, очень приятно на ней кататься. Для этой игры, да, красивая. То есть в этой игре она считается супер. Ну, конечно, самые суперские лошади это уже будут фантастические с крыльями, да, но пока что
на этапе развития, и эта лошадь тоже считается классной. Так, ну все, переходим теперь к арабу. Назовем ее Пинг. Ну, понятное дело, что это будет девочка, но хотя, кто его знает? Кто его знает, девочка это или мальчик? Ладно, назовем по-женски Пинг. Ну, очень подходит имя ей это. Отлично. И сейчас седло, наверное, обычное наденем какое-нибудь, неброское, потому что сама лошадь очень красивая. И без уздечки. Ну, уздечку здесь дают автоматически к седлу почему-то. И вот таким образом она выглядит. Очень красивая, с украшениями. С индийскими украшениями, да? Класс. Так, как Марвари, да? Похоже. Ну, у Марварии в крови тоже есть арабы, поэтому это нормально. Может быть, это марварская лошадь. Будем считать, наверное, что это будет марварская лошадь. Очень красивая. Ну что ж, рада я, конечно же, что приобрела, то есть приручила этих двух эпических лошадей. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какая вам понравилась больше. Прокачивать я, скорее всего, буду вот эту. Вот, надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Horse Riding Tales. А с вами была Энита, и увидимся в новых роликах.